Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Братья, сестры, всех приветствую вас именем Господним во имя Иисуса Христа, сладчайшего нашего, возлюбленного нашего, самого-самого-самого прекрасного, сильного, мудрого, классного. Друзья, остается ровно месяц до начала нашего собора. Сегодня 18 июля. А уже 18 августа, это будет воскресенье, в Киеве будем собираться вместе православные реформаторы евангельской, библейской веры, рассуждать, молиться вместе, свидетельствовать, делиться тем, что Бог делает в наших церквях, в нашем братстве. Будем делиться откровениями от Господа, Словом Божьим. И я как раз вчера вечером на домашнем таком здесь общении в Туле делился тоже немного этим, как раз рассказывал. Сделал даже такой, правда, не брал камеру с собой, к сожалению, надо было все-таки брать, наверное, такие вещи записывать. Я не часто записываю домашние общения, но иногда домашние общения, они даже в чем-то даже и лучше, чем... Запись домашних общений лучше, чем даже такие собрания, литургии, богослужения. Потому что в домашних общениях вопросы у братьев, сестер и ответы. И Бог дает какие-то такие откровения, нюансы интересные очень даже. Но есть свой вкус именно в домашнем общении. Тем более, что это... Скажу, для христианской церкви, исторического христианства, это колыбель наша, это то, с чего как бы все и начиналось, где все начиналось, потому что ежедневно собиралась как раз церковь по домам, по общениям домашним. Вот, и, друзья, также буду планирую как раз после собора, перед собором, шаббат будет у нас предсоборный, молитвенный такой, общение 17 августа, получается, да, в субботу. А 19 августа, в понедельник, буду включаться онлайн уже на левом берегу, на Киото. Кто имеет возможность, то приезжайте. Кто не сможет в понедельник быть, то тогда уже в записи или же в онлайн можете подключаться. Да, слава Богу. Прошу ваших молитв, друзья. Прошу ваших молитв, вашего участия, и не только молитвенного, не только словом, но и делом, финансового также вашего участия. Если вы в Украине или в России, то под каждым видео есть информация, как вы можете принять участие в моем служении Господу и финансово. В общем-то, прошу ваших молитв и участия. Даст Бог как раз перед собором, перед началом собора, распечатаю как раз вот именно вот эти материалы, очень важные материалы касательно именно реформации. Не только православия, конечно, не только нашей вообще, ну, церкви, а в целом, то есть я не только за одну веточку, да, одну ветвь переживаю. Конечно, в первую очередь, конечно, за свои ветви переживаешь. Но в целом также и за все древо христианства, за всю церковь Божью. Благословляю, молюсь, я знаю, что прославляется ли один член, реформируется ли один член, все тело реформируется, церковь Божья реформируется. Так что, друзья, это классно, потому что одно тело и одно дело, тело Христово и дело Божье. Благословляю всех вас, вот, и уже в начале августа, даст Бог, буду в Харькове, потом у нас уже в Киеве. Вот, и накануне, кстати, перед собором, собор 18 августа, а вот 11 августа, в воскресенье, в Киеве буду у нас, в церкви на Кловской, с утра как раз на молитве, вот, а потом еду на служение церковь Наисвятейшая Святыня, к моим старым добрым друзьям, буду делиться Словом Божьим тоже там, поэтому это на Львовской площади, дом художника, добро пожаловать. Это в обед уже. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир.
во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю вас всех, друзья. Благословляю Тулу, благословляю землю тульскую, благословляю Россию, благословляю Украину, а наипаче, конечно, Иерусалим, Израиль. Благословляю во имя Господне и всю нашу истрадавшуюся землю, все народы и племена. Да восхвалит имя Господа сладчайшего Иисуса Христа. И ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Из города Тулы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Шалом, мир всем!